Он Шевесеем Воробьев горы из группы Ильи Анатольевны Чайковской. Денис Левушин. ЦСКА. ШВСМ Воробьёвы горы. Москва, Киров. Это ученик Марины Селицкой. Белый как полотно. 3-3. Очень эмоциональный мальчишка. И потом это самое тяжелое время в программе, минуты 57. Очень хорошо делает шаги. Очень вращается хорошо и прыгает. Потенциал большой этого мальчишки.
4.38. Ну, хочется все равно его поздравить, и хочется поздравить Марину Селицкую, которая взяла его, много делала для того, чтобы поднять его здесь, для того, чтобы поселить, расселить, для того, чтобы помочь парню поверить в себя и научить очень многому. Мальчишка в 17 лет, в принципе, прыгает 3,5, это уже очень хорошо, это говорит о многом. Вообще сейчас в произвольном катании очень у нас сильная получилась разминка. Тем, что он пошел на второй, он не был готов. Я видела его в тренировках, и его прокаты видела. И он не был готов к исполнению. Вот это была глупость, это была ошибка. Во-первых, он истратил силы, которые ему нужны были для финала. Вот. И у него не мог получиться второй аксель. Вот. А если бы он его туда не вставил, а там бы прыгал дальше, то, что ему нужно было прыгать, сальхов, например, да? Вот. То он бы чисто докатал программу. У него бы результат был совершенно другой. Здесь сейчас, знаете, надо иногда считать. Не иногда, а практически всегда теперь надо считать. Что ж получается, у Лезина вы говорили, что он молодец, что он пошел на второй аксель, хотя он его не прыгнул. А потому что Лезин готов прыгать и два акселя, и два четверных прыжка, потому что Лезину 25 лет. Он сформировавшийся, его тело сформировалось. 25 лет. Теперь все ясно. А этот еще юниор. Он еще растет. Ну, тоже 21 год ему уже. В 85-м году он родился. Получается 21. Знаете, с кем я вижу? По возрасту. Я его спутала с Ваней Третьяковым по возрасту, да. 21 год. Результат Дениса Леушина. Москва. Оценка исполнения технических элементов 47,98. Леушин получает 106 баллов. Столько же, сколько Лезин, кстати, один к одному. Он проигрывает в произвольной Гачинскому 7 баллов, но по сумме баллов оказывается впереди на 3 балла, на 2,5. И таким образом занимает сейчас второе место. Но по оконцовке...